Привет, друзья! Сегодня речь пойдет о не всегда прошенных гостях, которые частенько появляются в аквариуме без нашего ведома. А конкретно про улиток, а еще конкретнее про улитку Физа. Она может проникнуть в аквариум с растениями, грунтом и живым кормом. Будем справедливы, они не всегда непрошенные гости. Частенько их специально заводят, иногда не зная про них ничего. Ну, понравилась улиточка, прикольная, лопает водоросли. Ну, почему бы не купить? Давайте же сегодня заполним этот пробел в знаниях, и под конец видео вы уже сами решите, нужна вам такая прелесть, как улитка Физа, или нет. А теперь подробнее. Какие есть интересности в их содержании и поведении? Что больше от этих улиток, пользы или вреда? На вреде остановимся поподробнее. И о явных плюсах, пользе этих улиток не забуду и тоже расскажу. Для начала, откуда к нам приползла эта прелесть? Да отовсюду. Физы распространены очень широко и встречаются в водоемах практически всех континентов. Поэтому вероятность случайного попадания в аквариум у этой улитки велика. Особенно с живым кормом и растениями из природного водоема. Встречаются в реках, прудах, озерах, болотах и просто лужах. Не любят сильного течения. На глубину не особо погружается, обычно метр не глубже. Очень уж любят прогретую воду у поверхности воды. В прохладной воде обычно не погибают, а как бы засыпают. Очень неприхотливы к условиям жизни. Если уж очень захотите завести этих улиток в своем аквариуме, можно обойтись и без траты денег. Просто внимательно пошарьте в каком-нибудь водоеме, переверните там пару коряк и приглядитесь к водным растениям, и вы наверняка отыщете этих ползучих красавцев. А питаются они в природе всем, что можно соскрябать с окружающих предметов и растений, не брезгуя падалью и частенько самими растениями. Видов физ очень много, но в аквариум обычно попадает только 3 или 4 вида. Обычно это физа заостренная, вырастает не более 2 см. Или это физа пузырчатая, вырастает не более 1,5 см. Еще есть малышка физа мармарата. И это реально улитка-малышка, вырастает не более 5 мм в длину. Ну и напоследок вспомним про физу красную, тоже может случайно попасть в качестве незваного гостя в ваш аквариум. Все эти улитки не очень сильно внешне отличаются друг от друга. Раковина обычно прозрачно-коричневого цвета, в крапинку и очень хрупкая. Можно запросто раздавить, если неосторожно взять в руки. Нога темная, синевой. Крышки, закрывающие раковину, нет. Жабр тоже нет. Дышат эти улитки атмосферным воздухом. Как я уже говорил ранее, размером они невелики. А малышек мармарат вообще можно не сразу заметить в аквариуме, приняв их за малышню других улиток. А вот долгожителями этих улиток не назовешь. Прожить в аквариуме они могут не более 2 лет. По полу различить практически невозможно, да и не нужно. Они и так плодятся без меры, потому как вам вряд ли достанется одна улитка. Если они к вам попали случайно, и вы решили их оставить в домашнем водоеме, или вы этих замечательных зверьков сами запустили в аквариум, то я думаю, вам стоит знать про условия их содержания. Температура воды от 20 до 28. Если температура слишком низкая, ниже 16, то физы засыпают в ожидании потепления. Как медведи в берлоге, спят и видят во сне весну. Жесткость воды от 7 до 15, кислотность от 6,5 до 8. Если вода слишком мягкая и кислая, то панцирь у этих улиток начинает разрушаться. И это касается не только наших героев физ, а вообще всех улиток. Теперь про то, какой же аквариум подойдет для наших улиточек. Да любой. Если на одну физу приходится от 1 литра воды, то все в норме. Аквариум стоит накрыть крышкой, улитки могут убежать. Фильтр не обязателен, но желателен. Продувка воздухом не нужна. Ее стоит поставить только для поддержания биологического равновесия в аквариуме. Подмены воды не особо нужны. Тут необходимо ориентироваться на других обитателей аквариума.
На освещение физам глубоко наплевать, так же как на грунт. Он может быть любым. Растение. А вот теперь мы плавно подошли к одному очень важному моменту, связанному с вредностью этих улиток. Ни в коем случае не стоит их сажать в свой любимый аквариум травник. Он может превратиться в аквариум дырявник или корявник. Дело в том, что эти замечательные создания природы очень любят грызть водные растения. Вместе с водорослевыми обрастаниями они могут слопать и сами растения. Причем делают они это весьма оригинально, прогрызая в растениях отверстия, не предусмотренные природой. Это уже портит вид подводного сада. К тому же, они могут запросто повредить молодые листочки, которые только начали свой рост, и это делает их корявыми. И это также не идет на пользу растениям и сильно вредит красоте вашего подводного сада. В общем, эти улитки что-то вроде колорадского жука на картофельном поле. Ну, все, конечно, они слопают, но напакостить могут сильно. Имейте это в виду, если вам, конечно, не наплевать на растения и вас интересуют только рыбки. Подсластим пилюлю интересным поведением этих улиток. Отнесем это к плюсам. Физы обладают некоторой особенностью в перемещении по аквариуму. Они могут строить лифты по всему вашему домашнему водоему. Это такие еле заметные нити из слизи, при помощи которых физы могут подниматься к поверхности воды подышать. А потом на этом же лифте улитка спускается назад на дно или лист растения, смотря куда была закреплена нить. Такие лифты довольно живучи и могут сохраняться до 15-20 дней, если их, конечно, не порушат соседи по аквариуму. Этими подъемниками могут пользоваться все физы, живущие в аквариуме, а не только те, кто их построил. Такое поведение весьма интересно, и поэтому я записал его в плюс нашим замечательным улиткам. А теперь опять про минус. Он относится к размножению этих созданий природы. Минус в том, что проблем с ним нет, и это может стать проблемой. Они могут размножиться в огромных количествах и тем самым нарушить биологическое равновесие в аквариуме. К тому же это не всегда красиво выглядит. Мало кому понравятся толпы безумных улиток, катающихся по аквариуму на лифтах. Ну ладно, штук 10, но толпы – это уже перебор. Еще один минус этих улиток, о котором стоит помнить любителям икромечущих рыбок. Не стоит физ пускать в нерестовик. Они могут испортить внешнюю оболочку икры, и тогда из нее уж точно ничего не вылупится. А теперь опять вернемся к плюсам. Они есть. Во-первых, физы отлично поедают водорослевый налет. Ну, не идеально, но пойдет. Во-вторых, они не дают образоваться пленке на поверхности воды, почти всегда поедая ее. В-третьих, они очень прожорливы и отлично подъедают упавший на дно корм. К тому же улитки мелкие и могут вытащить корм практически из любой щели. В-четвертых, они уничтожают любой труп, упавший на дно, имея в виду труп рыбы. В-пятых, они неприхотливы и не требуют много места для содержания. Ну и напоследок, многие аквариумисты считают улиток физ красивыми и содержат их только из-за этого. Итак, если после всего вышесказанного вы все же решили завести себе этих улиток, то стоит помнить тех товарищей, с которыми улиток физ не стоит содержать ни в коем случае. Во-первых, это улитки Хелены. Они с легкостью уничтожат всю популяцию физ. Во-вторых, это некоторые рыбки. Например, тетрадоны, макроподы, гурами и боцы. Они также запросто справляются со взрослыми физами. А вот, например, сомик анцеструс может напакостить физам тем, что с легкостью повреждает их икру своей замечательной присоской. И как вы понимаете, эту информацию можно использовать для борьбы с физами, если они вам не нужны. Ну и как вам эти создания природы? Уже хотите их в свой аквариум? Или нет? Здоровья вам и вашим питомцам. Пока!